Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Улуха. Так, забираем сундук. И ничего тут хорошего нам не выпало. Абсолютно. Абсолютно ничего хорошего не выпало нам. Так, сегодня должно быть доступно событие. Сразу глянем. Да, угроза, злобные вандалы. В принципе, о чем я говорил. Я, наверное, сразу с него и начну. Да? Я думаю, что будет это справедливо. Поехали. Событие будет, по ходу, дело длинное, потому что дается 5 суток на его прохождение. Ну да, а что за награды? Покажите мне, пожалуйста, награды. Да хорош бубнить. 350 вымпелов. Даже не знаю, что и сказать. Ой. Даже не знаю, что сказать, ребят. Попробуем. Попробуем сейчас пройти. Первый день у нас, естественно, 5. Всего лишь 5 поединков доступно. 2 злобных змеевика, да? И смотрю, здесь у нас всего лишь одна волна будет. Вот так вот он начинает, да? С таких вот выкрутасов. Да успокойтесь вы, ё-моё, а. Вдвоем, вы, может, дадите мне этот ход-то сделать? Распетрушились они, ты посмотри на них. На. Просто без остановки. Один другой ходит. Получи. Все, ребят, сейчас добьем. Нормально. Крутим колесо и забираем рыбу. Давай сюда. 112 миллионов. 50 рун. Отлично. Это будет у нас уже 1400, да? Так, и раз-два поединка просто, получается, после которого заберем с тобой загадочный пак. Ну, поехали. Сколько волн? Главное, чтобы волн было поменьше. Одна. Меня это вполне устраивает. И начну я со змеевиков. Допустим, сделаем так. Так. И они втроем ходят. Почему они втроем ходят? Вот ты мне объясни. То есть оборзевшие, да, по инициативе. Совсем в корень. Так, блин, я думал, сейчас минусанем. Замечательно. Так, а это он сам себя, по-моему, хиляет, да? Поэтому мы не будем делать. Они боятся его. Боятся, ребят, смотрите-ка. Бомбят. А мы сделаем... А мы, наверное, сделаем вот так. Вот так. И мое любимое. И мое любимое. Пускай теперь постоят немножечко. Похрюкают. Давай, добивай. Ну что, водорез. Наносит урон, конечно, вообще никчемный. Согласись. Вообще, по минималочке. Я тебя умоляю, он еще... Он и не попал. Он просто промахнулся тупо. Ну и добивка. Ну-ка, что нам тут выпадет? Прилив сил. Нормально. Это меня устраивает. Так, взрываем. И следующий поединок у нас. То есть мы опять дойдем до 1400 тусклого янтаря. Насколько я могу понимать. Сколько волн? Все, ребята, две волны пошло. Не очень мне нравится. А куда ты? О, промахнулся. На тебе. Так, кривоклык, наверное, не сможет все-таки его добить. А нет, все отлично. Давай, лупи сюда. Также понижаем броню. Ну и что-то там... Уничтожаем. Так, последняя волна. Здесь у нас душитель плюс змеевик. Давай, наверное, сделаем вот так вот, хильнемся. Только не вылетай, пожалуйста. Так, последняя волна, ребят, но... Игра вылетела, если кто еще не догадался и не понял. Прямо во время поединка зависла и вылетела.
Так, удар. Еще удар. Ну, что-то там. Хорошо. Ну что, змеевик? Хвостом. И отнимает энергию сразу же еще при этом. Ну что, добьем? Конечно. В легкую. Маленько рыбы. Хотелось бы, конечно, плод мудрости 3 штуки получить, но... И рыба сгодится. А вот и загадочный пак. Давай забираем его. Так, раз, два. Два поединка, да? Два поединка. И 1400 тусклого янтаря у нас будет в копилочке. Блин, надо мне еще успеть в магазин сходить, пока он не закрылся. Так, опять же две волны здесь будет. Ну, чего ты там? Понял. Видишь, как он мало наносит урона? Я имею в виду ветрокрыл. Упс. Так, сородичи шепота будем в первую очередь, наверное, брать на разборку. Сделаем так. Так. И ветрокрыл не сможет его уничтожить. Вот этим он меня и раздражал. Именно своей вот этой слабой атакой. Барсик, хоть он, как бы тебе сказать, он хоть и не имеет массовых там способностей, да, каких-то, но он очень хорошо бил. Двойная атака все-таки. Как бы на добивку он самое то, ребята, шел. Ну-ка, давай-ка влупим в ответочку. На. Пониженная атака. Ну, фиг ли делать. Он нас еще и запечатал, да, получается? Опять сейчас что-нибудь чуданет. Нет, не стал. Не стал он ничего чудить. Посмотри, что вытворяет, а? Фокусник. На! Пока ветр... Я уже попрощался с ним. Я думал, он ветрокрыло сейчас уничтожит. Но нет, повезло нам. Так, опять рыба выпала, да? 112 миллионов. Окей. И получается у нас последний поединочек на сегодня. Я, наверное, все-таки верну себе барсика. Если честно, ну, не знаю. Замораживает, ну, опять же, он замораживает, а заморозка не так много отнимает, как бы мы хотели. Ну, что это такое? 86, это смешно просто. Если 226 и 86. По-моему, разница налицо, ребят. Готов? Такс. А, тут все стражи. Тут все стражи у нас, оказывается. И хиляет он, ребят, хиляет только себя. Ну, если ты нажмешь на хилку, он саму себя захиляет. Да и то не очень много. Поэтому как бы оно, ну, того не стоит. Так, вырубишь? Молодец. На-ка. Ядрен матрен, в кого побежишь? Знает, кого бомбить, да? Ветрокрыло. Тогда мы будем тебе мстить за него. Опять что ли сейчас? Сейчас кто-то опять... Этот побежит, наверное, да? Вообще шикарно. Так, бомбим. Ну, понятное дело, по пониженной броне-то фиг ли не бомбить. Тут он сам не свой. На радостях-то. Ну что, нам остается сейчас бомбануть вот так и кусануть. Все, ребят. Древесина выпала. Мало, мало древесины. Мало половин, да? Мало древесин. Ладно, заберем с тобой янтарь тусклый. И теперь нам остается что? Остается задание нарезать нашим драконам и собрать награды. Это само собой.
Так, давай загадочный пак. Монеты Одина. Шторморез, громобой, душитель. Разнокрыл. А у меня есть разнокрыл? Есть. А почему-то здесь зеленым, а там был... Почему-то здесь красным он. Ладно. Огнепек. Мне нравится, как звучит. Огнепек. Типа огонь. Ну, печет огнем. Оп, модификрылочка у нас апнулась. Модификрылочка у нас апнулась. Так, полетела за рыбой. Ты за древесиной. Тут, само собой, тут даже не обсуждается. Так, в ожидании. Бесплатно. Так, давай-ка еще глянем. Болтун. Иди качайся, болтун. Так, тройной удар. Тоже пускай идет, тренируется. Мне в комментариях написали: Рэй, ты прокачиваешь ненужных тебе драконов. Ты делаешь это зря. Ребят, ну я не знаю, я прокачу, потому что мне они нужны будут. Ты же видел, там надо будет потом... В последний раз мы сколько? 12 драконов, да, прокачивали. Потом нам сказали 18, потом скажу 20. И из-за этого я их прокачиваю. Чтобы не было потом вот этого конфуза. Что, ой, господи, у нас драконы не прокачанные, как же так? Давай быстрее, быстрее, быстрее. Вот это как всегда у нас. Так, подожди, я ветрокрыла сейчас отправлю за с железом. Так, да, я не спорю, ребята. Многие очень мало приносят ресурсов. Очень мало. Но другого у меня нету. Выбор невелик, сам понимаешь. Ну, давай, тусклый инвентарь свой, да? Конечно же. Полоса препятствий сложна. Надеюсь, лезвие и крылы там запутаются. Там запутаемся мы. Тусклый янтарь. Как будто ничего другого и не ожидалось. 8500. Лети давай. Сарделька. Огромная яма. Давай бесплатно. Драконы готовы погнаться за палкой. Да, готовы погнаться за палкой. Ну и что ты выдашь мне? Тусклый янтарь. Что еще могут нам здесь, ребят, выдать? И здесь то же самое. Спасибо большое. Давай вам перерыв лучше сделайте. Так, Йохан. Оп, оп. Допустим. Что еще нам надо? 23 миллиона. Буйволорд, говорят, прокачка буйволорда будет много приносить ресурсов. Я не знаю, ребят. Мне кажется, не будет он мне приносить много ресурсов. Странно, он должен был... Я его что, разве отправил за ресурс? Я же его вроде на прокачку отправлял. Сколько перепуга он там лазит у нас? На ресурсах, а? Буйволорд, лети за рыбой. Так, а вы что, ребята, стоите? 630 не хватает. И тут 630. Они оба за 630 только готовы работать. А я себе этого позволить не могу. Поручите. Поручил. Давай забирать награду. Ага. И 50. Двадцаточки буквально не хватает. Тут 30 рун, а там уже 250 вымпелов было бы. Так, блестящий янтарь. Всего лишь две штучки.
Так, забираем пак. И, наверное, ребят, поставлю я редкий на открытие. Вот так вот сделаем. Так, доглядим наших драконов. Листочек, как всегда. Так, отправил. Значит, еще одна награда нам доступна сейчас будет. Вот так-то. Здесь у нас загадочный пак монетки Одина. Шипорез, громель, лаварык и все. Блин, да, надо бы как-то нам заняться беззубиком и прокачать его хотя бы на 90 уровень. Он у нас имеет какой-то 88. Да, 90 уровень было бы то. А лучше вообще 100, 112 максималка. Потому что если бы я его прокачал бы, мы могли бы с тобой бы дальше идти на охоту. Защиту, я имею в виду, защиту олуха от пиратов от этих. Надо будет этим заняться. Так, ребят, ну что, вроде бы нам не хватает еще буквально немножечко, и мы с вами бы построили бы еще один домик, улучшили бы. Еще бы один домик мы бы смогли улучшить. Итого бы у нас было уже 6 домов из 9, ну и ветряные мельницы. Угу. И ветряные мельницы. Так, ребят, ну по-моему все. О, новая способность. 56 миллионов он приносит рыбы. Нормально. А эти что? А что они так долго учатся? Инферн вообще, ты посмотри, еще 8 часов 40 минут. Я его когда отправил-то? Полтора дня назад. А он еще до сих пор тренируется у меня. Бронекрыл. Так, бронекрыл полетел. Это кто у нас там? Урчамень. Кривозуб. Все, ребята, больше ничего у нас нету. Ну что, тогда я буду на сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.